Лидер демократической партии Павел Филипп с послами Соединенных Штатов Америки и Румынии в Кишиневе обсудили итоги первого тура президентских выборов. Глава ДПМ написал на своей странице в соцсети, что он обсудил поствыборные сценарии с двумя послами. Филипп не раскрыл подробности и не уточнил, говорил ли он с послами о возможной поддержке его партии одного из кандидатов на втором туре президентских выборов. Во время онлайн-разговора с послом США Дереком Хоганом председатель ДПМ сказал, что его партия работает над улучшением жизни граждан. На последовавшей затем встрече с послом Румынии Даниэлем Ионице лидер демократов подчеркнул то же самое. Он уточнил, что отношения с Румынией остаются важными для Молдовы и поблагодарил за оказанную поддержку. Демпартия не выдвигала своего кандидата на президентских выборах и никого не поддерживала в первом туре. ДПМ, которая позиционирует себя как проевропейская партия, пока не говорит, поддержит ли она во втором туре выборов кандидата от партии «Действие и солидарность» Майю Санду.